Расследование трагедии в санатории «Виктория» продолжается. Результатов пожарно-технической и строительной экспертиз пока нет. Об этом сообщили на заседании Временной комиссии по изучению обстоятельств пожара. По словам представителя прокуратуры, подозрения объявлены только двум должностным лицам. Один из них, директор лагеря, не сотрудничает со следствием. Кроме того, количество экспертиз увеличено до 28. Также в полиции отчитали, что 30 родителей отказали в допросе их детей. Результаты экспертиз должны обнародовать в ноябре. Буквально в понедельник, сегодня четверг, в понедельник мы завезли в Киев дополнительные материалы, дополнительные видео, установленные нами в ходе следствия, дополнительные фото, которые необходимы экспертам для того, чтобы дать нам окончательный результат. Надеемся на то, что пожаротехническую экспертизу мы получим в этом месяце. Хотя хотели ее получить, конечно же, в октябре. Кроме того, в ходе заседания общественники заявили о вероятных причинах трагедии. По одной из версий, в ванном помещении сгоревшего корпуса на протяжении недели протекал бачок. По струю воды подставляли ведро, но в день пожара некоторые комнаты, по их словам, были затоплены, что и могло привести к замыканию. Фактически в тот день вода текла целый день с струей со второго на первый этаж, протекая в четвертую, пятую, шестую и третью комнаты. Тогда Егорова еще раз пожаловалась с Черновой, которая посоветовала потерпеть до конца, потому что сантехник, по ее словам, уволился. То есть сантехник так и не пришел. Проводка в туалете находилась в металлической буфле. Выводы пусть сделают эксперты. Для изучения общей ситуации пожарной безопасности в области госслужба по чрезвычайным ситуациям провела 617 проверок в учреждениях социальной сферы. Среди них почти 1500 – это школы и детсады. По результатам подготовлены 39 исков в суд о закрытии организации за нарушение мер безопасности. Сумму, которая необходима для полного обеспечения модернизации противопожарной системы в области, озвучили в ГСЧС. Загальна сума фінансів, яка потрібна на забезпечення пожежної та техногенної безпеки на цих об'єктах, складає 714 мільйонів гривень. Як тимчасовий захід можна на сьогоднішній день встановлювати такі тривожні кнопки з послідуючим, скажімо так, нарощуванням у разі надходження фінансів і забезпечення повною мірою всією системою автоматичної пожежної сигналізації.